Однажды ночью в спальню к Дюймовочке проникла мокрая и мерзкая... Ква! Кто? Жаба! Совершенно верно! Ква! Ква! Ну, громче всех умеет квакать! Ква! Поплыла быстро-быстро, и жабе уже было совсем ее не догнать. А мы с вами должны помочь Дюймовочке, поэтому мы делаем волны, чтобы она еще быстрее могла плыть.